миленькие мои, вот вечером вам снимаю, как обещал. Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, это мой канал «Московские будни». Это наша башня вечером. Карусель. Карусель полная практически. Несмотря на то, что морозно очень. Играет там музыка, иллюминация горит, деревья. Сейчас поближе подойду и поближе сниму зверушек. А вообще ветерок, конечно, но я направляюсь в парк Южная Бутово, который со стороны, ну не со стороны, а между Горчакова и бульвара Адмирала Ушакова. Там вот ёлочка наряжена. Там тоже наряжена ёлочка. И хочу сходить туда. Надеюсь, вам видно. Ну, конечно, камера так не передаст всю красоту. Но, тем не менее, видно лучше, чем днём. Вон зверушки стоят под ёлочками. Все красочно. И вот они, арки. Они похожи. Я подойду, сейчас там поближе поснимаю, как там внутри. Ёлочка внутри. А потом пойдем. Парк. Я думаю, вот нет. Вот видите, как все украшено, все красиво, очень даже. Сейчас на территорию зайду, но прям совсем наверх не буду подниматься. Просто здесь вам покажу елочку и как украшено. И пойду дальше. Тут елочек несколько. Вот сюда. Вот маленькая елочка. Три елочки. Дед Мороз со Снегурочкой. Вот Дед Мороз со Снегурочкой. Ну, сейчас я обойду по кругу и сниму их на камеру. Сцена украшена. Видно вам, да? Все везде украшено, очень красиво, как и обещала. Вечером вам все показываю. Вот он, дедушка наш. И Снегурочка, вот они. Дедушка, а помашите в камеру ручкой? Наступающего! Спасибо. А Снегурочка? Помашите.
Помашите нам тоже ручкой в камеру. С Новым годом! Спасибо. Можем записать. Спасибо. Поздравления лично можем записать. Правда? Правда. Кому мы отправляем? Мы на YouTube-канал все это будем выставлять. А, на YouTube-канал? Да, выступать. Спасибо вам большое, спасибо. Все, дедушку, поймали со Снегурочкой. Ну все, миленькие мои, двигаюсь я дальше. Вот в окошечко вам кусочек в ресторане, видите? Заводчик сниму, туда уже заходить не буду, потому что у меня другие планы. Красотка еще раз. У меня другие планы, я возвращаюсь домой. Время позднее. Ну нет, не позднее, конечно, для меня позднее. Ну вот. Я свою просьбу вам выполнила. Вернее, не просьбу, свое обещание. Но теперь моя задача номер два. Пойду туда, куда запланировала. Ну все, миленькие мои. Дорогие мои миленькие, я всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. С вами была я, Ник. Это мой канал «Московский Вунь». Всем пока-пока. Вот там, видите, горят деревца. Именно туда сейчас я и направляюсь. Но это будет уже совсем другая история. Всем пока-пока.